Первым делом – безопасность. Заместитель главы администрации Виктор Семин провел прием граждан, обратившихся в муниципалитет, по вопросам территориальной безопасности. В рассмотрении обращений жителей приняли участие сотрудники профильных управлений и отделов администрации округа, представители межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Так, Лариса Кузнецова, старшая по дому номер 17 по улице Иванова, рассказала, что уже не первый раз обращается в администрацию муниципалитета, и все ее просьбы были услышаны. Уточняются все обстоятельства, которые привели горожан в администрацию округа, обговариваются возможные меры, которые могут быть применены властными структурами для решения возникших вопросов. Нам все удовлетворили. То есть наша детская площадка попала под реновацию. Мы проходили, просили, мы объясняли, что она в аварийном состоянии. Нам пошли навстречу. Данное общение с жителями помогает нам решать какие-то вопросы, которые мы можем не увидеть, да, когда объезжаем город по своей территории, смотрим, где у нас работают камеры, где мы можем еще установить видеокамеры. Вот таким образом мы проводим мониторинг, в том числе граждане нам помогают. А так с сотрудниками полиции, с розыском мы смотрим, где у нас больше всего было совершено преступлений, привыезжаем на места на эти, смотрим, есть ли у нас видеокамера или нет. Если нет, то ищем возможность их установить. В администрации округа приемы жителей должностными лицами проводятся регулярно, точно в соответствии с графиком, размещенным на интернет-ресурсах муниципалитетов. В первом квартале этого года в органах территориальной безопасности муниципалитета на личных приемах было рассмотрено 5 обращений, как индивидуальных, так и групповых. По всем приняты меры.